Жители города Конаково вместе с актрисой Юлией Михалковой очистили набережную Волги от мусора. Всероссийская акция прошла при поддержке Министерства природы России. На уборку вышли добровольцы всех возрастов, от малышей до пенсионеров. Собрать удалось 120 мешков мусора. Много стекла и пластика, были и интересные находки. У меня интересная находка – это граненый стакан. Мы нашли стул и соску, ремень и еще много интересного. Давайте будем убираться и беречь природу. Акция «Вода России» – больше, чем просто субботник. Главная функция проекта – повышение уровня экологической культуры россиян. Все больше жителей страны, как и жители города Конаково, осознают, что мусорить на природе некрасиво и неприемлемо. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить как можно чаще, и стараюсь не пропускать такие мероприятия. Жалко, конечно, что в основном они проходят сюда на одной и той же территории. Хотелось бы расширить намного больше, потому что у нас есть места, которые действительно нуждаются в уборке, а берег Волги достаточно часто убирают волонтеры, и я сама периодически вижу, когда же вечером кто-то прогуливается и собирает мусор. Будем надеяться, что в следующий раз эко-волонтеры доберутся до действительно проблемных мест на берегах акватории Конаковского района. А пока остается только напомнить – чисто там, где не мусорят.